Просто нужно две стенки своровать. У меня 4 попытки. 3 попытки. Или сколько попыток? Сколько у меня попыток? На одну земной шок. О, сейчас, ребят. А земной шок есть. Ментальные техники есть. Грыжеглот есть. Просто в 4 попытках надо своровать одного... Одну стенку, в идеале двух. Мне кажется, дрожжеглота не надо играть, да? Или надо? Надо, не надо? Погоди, дрожжеглот и жау ешет у меня. Оу, да. Фу, ребят, это было жестко, жестко. Ресурсы, чтобы были в руке, но не было никаких ресурсов. Видите сами. Смотрел тупо половину ходов. Ни ментальной техники, ничего там не сыграло. И, блин, знал бы ментального техника, наверное, ставил даже. Потом по двойным боевым кличам бы забрал его. Не получилось ничего сделать абсолютно. Интересно, какая-то дека у друида. Ну, блин, какая-то она слишком отбитая. И вот тот же самый контроль воин просто даст потом потасовку. Что дальше? Вопрос. Что дальше? Тупо выигрывается какой-нибудь квест-шаман, у которого нет зачисток. И который не ральнул ментального техника. Все как бы, да. Ну вот, вот что за рука, да? Вот что я должен делать с этой рукой? Объясните мне, пожалуйста. Ничего не делает абсолютно. А так же и в той игре было. Там ктун есть. Да еще. Да какой там ктун? Что-то я не верю, что там есть ктун еще. В этой игре тоже посос, потому что он квест сделает, я нет. Даже близко не сделаю. То есть и в той игре у меня тоже, да, ничего такого не было. Я не могу делать квест, то он вот этим тупо пользуется. То, что я сижу и как бы... ничего не делаю. А как ты меха ктуна убьешь? Ладно, объясни мне за друида. Как? Мне это очень интересно узнать. По-моему, там никак не убить. Короче, го, ребята, искать жреца, шаман, блин, даже хуже, чем квест-разбойник, что-то у меня заходит сегодня. Надо годную сборку. 2 из 6 против, ну вы поняли. Ну, 7 из 6 уже. Проверяйте. То есть 3 единицы урона, 3 единицы урона сверх урон тотем. Найс, стол из тотемов. 4 из 6, 6, медленно. Вот нормальная дечка вроде бы. Только одну карту я все-таки там бы заменил. Нехило. Заход фееричный, то, что нужно, да. Мечта любого квест-шамана. Нифига себе, это прям совсем контроль сборка.
Вот у этой контроль сборки, которая в 3 раза медленнее моей, квест выполнил на 5 ходов раньше, чем у меня. Нормально. Это вообще законно? Мне интересно. Как вы думаете, найс комбинация тоже? Квесты я могу сделать, но вопрос в другом. Хочу ли я его сейчас сделать? Ладно, сделаем. Так, это один боевой клич на столе, да, под баристой. Так, скопируем дечку. Бах-бах. Блин, фу, натиска не будет, да? И на этом спасибо. А, тут типа за духами смерти кого-то. Ну, духи смерти прохладной стоя. Ну, эта карта не нужна. Вот, вот сборочка. 54%, 50, почти 55% вина, то, что мы уже как раз. Чё ты там призвала-то такое? Так. У меня что, места не хватит? А все, хватит. Ну, этого говнаря на самом деле не очень хотелось скопировать. Хотел ее скопировать. Верблюды там всякие теперь. Этот слив уже. Ну, посмотрим. Он прям копает заклинание, я смотрю. Надо как-нибудь баристу реализовать. Ой, дурак! Нафига просто, нафига ты его сайленсишь? Ну, он ты какую-то дичь сотворил, реально. Чувак сотворил какую-то дичь. Блин, вот эти тотемы, на самом деле, они мне даже мешают. Мне эти тотемы нафиг не нужны. Главное, чтоб посос не разменял. Жизни пососа. Тотем вот разменяй. Блин, разменивает, да? И все, она уже какая-то ватная получается. Тотем, идите нафиг.
Какой-то win condition я вижу. Какой-то. Но не знаю какой. Потому что эти тотемы я хочу уничтожить. Почему в этой колоде нет Bloodlust? Потому что ты его копаешь. Он нафиг не нужен. Поэтому Bloodlust ты легко раскопаешь с Эфириала Прихвостни и тому подобных карт. Ты оттуда должен вот эти недостающие заклинания находить. Все просто. Ему ее нужно забрать обязательно. Иначе я верну в руку вот этим вот трясинникам, которых я пока не нашел. Вот эти тотемы, я их ненавижу просто, ребят. Я их реально ненавижу, эти тотемы. Я ничего сделать не могу из этих тотемов. Нафига я их только призывал? Да разыграй ты этого Элема какого-нибудь. Который сносит этих всех на столе у меня. Вольф тотемы чем этими ведьмами, что ли, одной ведьмой могу проявить, да. Ну наконец, аллилуйя, блин, он меня за это убьет, да. Я этот тотем не забираю, да? Блин, у меня стол занят теперь. Наверное, поспешил. Надо было ментального хона, наверное, сыграть. Или вообще надо было через ведьму прихвостня и озорную изобретательницу сыграть. Ну ты фигню воруешь. Без мутирования, пожалуйста. Ну, у тебя дечка тяжелая, там какое мутирование? Не будет у него никаких мутирований. У него дечка тяжелая. Тут девятка, да, будет у нас? Ну, хотя мы его за 6 мана должны разыграть, потому что у нас жив этот же гном призыватель. Перезагрузка была, перезагрузка. У меня сейчас перегрузка, так что сыграли все равно. Вроде что-то получается, но можем и отъехать. Ауч. Лечение в студию, плиз. Будет лечение сегодня? Ну да, я как-то учитывал, как бы. Это и был, это в расчет я взял.
Он меня дрожжеглотом, наверное, убьет. У него два жизнесоса было, да? Вернее, Алексу, вот и лечение. Блин, это дорого, наверное. Алекса нужна на столе, чтобы его леталить. Ну, как вариант, ладно. Теперь мы его не залетали, нифига. Потому что урона на столе не хватит. Надо как-то с прихвостней тогда его леталить. Так, это не дрожжеглот. Жук-жук. Бариста. Алекстраза бы выжила. И вот эти два чувака бы выжили. И это было бы 8 плюс 4. Это было бы ванов, я бы отсюда бы нашел кабельчика. Найс, совет. Карагаш. Молодец, молодец. Молодец. Посоветовал, как не залеталить шамана. Проверяйте. Проверяйте. Заставило меня плакать, да, я умею заставлять людей плакать. Блин, не хватило на него места. А, ну да, у него же эти есть. Совсем забыл. Ну ты я уешер, конечно. Я несу жизнь и надежду. Сейчас бы проиграть из-за этого. Просто нужно две стенки своровать. У меня 4 попытки. 3 попытки. Или сколько попыток? Сколько у меня попыток? На одну земной шок. О, сейчас, ребят, сейчас, ребят. А земной шок есть. Ментальные техники есть. Дрожжеглот есть. Просто в 4 попытках надо своровать одного... Одну стенку. В идеале двух. Мне кажется, дрожжеглота не надо играть, да? Или надо? Надо, не надо? Погодь, дрожжеглот и жау ешет у меня. А погодь, у меня 2 же было сыграно, да? Но тут таунты, да? Таунты не прохожу. А если засаленсить и дрожжеглота? Блин, ребят, давайте срочно быстро думать. Ментальные техники, либо дрожжеглот. С ментальным техником тоже одним. Давай через техников, ну ладно. Оу, да. Фу, ребят, это было жестко, жестко. Игра дала выбор. Либо ты играешь дрожжеглота, либо... И в итоге Алекстраза-то затащила. Алекстраза-то затащила.